На востоке Украины сейчас идут бои. Согласно украинским СМИ, под Краматорском сторонники федерализации с небольшими паузами ведут постоянный минометный обстрел в блокпоста военных. Сообщается, что стреляют со стороны жилых кварталов. Нападению подвергся и аэропорт города. Впрочем, российские СМИ утверждают, что на аэродроме размещены около 70 представителей никому неизвестных организаций. Предположительно, это радикалы из правого сектора. Они носят черную форму, сообщается, без опознавательных знаков, ни с кем из военнослужащих не общаются. Ранее говорилось, что в Краматорске задержана съемочная группа российского телеканала Life News. О судьбе журналистов до сих пор ничего не известно.